Так, я пришла сюда за сыром. Буду специально выбирать кусочек побольше. Ну, выбора не так много, я в Мариэра. Ну, кусочки, смотрите, я думала, что больше прям будет, но они такие вот худенькие. В общем, постараюсь выбрать. Вот еще тут адыгейский, по-моему, покажу вам. Так, взяла вот такой сыр российский, без заменителя молочного жира, 114 рублей. Вес 248. Попробуем. Взяла вот такое вот масло, это сладко-сливочное. В общем, написано масло, не спред. Цена 81 рубль, тоже попробую. Девочки, мальчики, всем привет. Смотрите, что я купила. Это черничное пирожное с бисквитом и крем из сливок. Все-таки завтра суббота, буду пробовать отдыхать. Всем приятного вечера. Девочки, всех с добрым утром. У меня кофе, пирожное черничное, конфеты. Купила вообще самые разные Мариэра. А это мои бутербродики. Впервые, да не впервые, наверное, но прошло уже год или даже больше, как я купила сыр. Представляете, заработала деньги и купила. Всех с добрым утром.